Я считаю, что ахтубинское телевидение не потеряло своей актуальности. Периодически я смотрю его, конечно, в другом формате. В свое время мне приходилось курировать ахтубинское телевидение. Это было совсем иное, конечно. И прямые эфиры были, и дискуссионные клубы, и обсуждения в студии. Программу местного телевидения стараемся смотреть постоянно. Огорчает то, что выпуски в понедельник сейчас выходят с прошлой недели. Хотелось бы больше новых новостей получать. Но, тем не менее, программа необходима, потому что городские новости мы узнаем только оттуда. Да, местное телевидение смотрим, но вообще чаще всего через интернет. Раньше, конечно, показывали по телевизору, но сейчас в основном с помощью интернет-ресурсов. Местное телевидение нам нравится тем, что много рассказывают про город. Вот стало известно, что в этом году наше телевидение будет отмечать 30-летний юбилей. Это хорошая дата, поэтому хочется поздравить их с такой датой и пожелать им еще долгого пути. Всякие опросы интересные про дороги, про всякую... Интересно, смотрим. Обо всем по чуть-чуть, в частности, о дачах, о всех текущих проблемах, что творится в администрациях. Да, я смотрю ахтубинское телевидение. Мне оно нравится. И я даже написал песню. Телестудия Ахтубин с логотипом АТВ. Я люблю тебя сильнее, чем все программы на ТВ. Потому что ты родная и в Ахтубинске живешь. А в ахтубинцах и городе вещание ведешь.